Кто вы для нее сейчас? Предатель, обманщик, лжец. Тут прям шквал обвинений почему-то на вас льется. Из-за вас у нее болит голова, бессонница. Очень много страхов, связанных с вами. Страх потерять в том числе. Человек сейчас ограничен. Одни мечи. Столько мыслей. Ох, как же вы обидели эту даму. Вы посмотрите. Королева мечей нам выпала. Это любящая женщина, которая теперь вас ненавидит.